Здравствуйте! В эфире программа «Мир кино» и я ее ведущая Дарья Царанок. Сегодня я расскажу вам о самых заметных новостях кинематографа. Мода на ремейки набирает обороты. В конце этого года российский режиссер Николай Лебедев, снявший «Легенду номер 17», приступает к съемкам новой версии советского фильма «Катастрофы» «Экипаж», снятого в 1979 году. Новый фильм по старому сюжету. Впервые в нашей стране будет частично сниматься на камеры IMAX, по примеру именитого Майкла Бэя. Съемки фильма стартовали 18 сентября и планируют закончиться в конце года. Главного героя, молодого симпатичного летчика, играет Данила Козловский, а сурового командира пассажирского лайнера Владимир Машков. По сюжету во время чартерного рейса в Юго-Восточную Азию начинается землетрясение на вулканическом острове, где работает много людей, в том числе наших сограждан. Экипаж совершает настоящий подвиг и спасает людей, попавших в беду, рискуя своими жизнями. Новый экипаж обещает быть весьма зрелищным и очень патриотичным фильмом. Его премьера планируется в 2015 году. Американский режиссер Оливер Стоун решил снять картину про бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. На главную роль современного шпиона приглашен Джозеф Гордон-Левитт. На этой неделе Дензел Вашингтон покажет, на что он способен ради справедливости. Обещал себе, что больше никогда не буду этим заниматься. Но когда я вижу, что с моими знакомыми поступают несправедливо, я не могу бездействовать. Фильм Антуана Фукуа «Великий уравнитель», стартующий на этой неделе, является первым в своей серии. Главный герой, отставной спецназовец, заступается за незнакомую девушку, которую играет Хлоя Грейс Морец. И теперь он вынужден вступить в неравную схватку с оборотнями в погонах по-американски. Продажные полицейские в США ничем не благороднее наших. И поэтому главных героев ждут серьезные испытания с довольно плачевным концом. Взяв философию Тарантино за образец, режиссер уравнителя покажет нам, как живет современный рыцарь в сияющих доспехах в мире, где рыцарей давно уже нет. Фильм «Великий уравнитель» предназначен для зрителей старше 16 лет. О своих впечатлениях поделитесь со мной на странице «Мир кино» на сайте actis.tv.ru. Приятного вам просмотра и отличного настроения. Пока!